Здравствуйте! Сегодня готовим драники картофельные. Для этого нам понадобится картофель, одно яйцо, соль и перец. Картофель натерли на мелкой терке и отжимаем. Солим, перчим. Добавляем яйцо и хорошо все перемешиваем. На хорошо разогретую сковородку наливаем растительное масло и выкладываем нашу картошку. Обжариваем с двух сторон. Все, наши драники готовы. Приятного аппетита! Можно подавать со сметанкой. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.